Ну и вот, друзья, мы сейчас у храма памятника воинам, павшим при взятии Казани, по малой воде. Вот, очень показательные мы сейчас можем сделать съемки. Напротив нас мы видим Казанский Кремль. Здесь вот дамба небольшая, насыпанная, и мостик. Вот. А перед нами, получается, с северо-западной стороны, вон впереди видна колокольня Зеландского монастыря. Вот. Речной техникум. Сейчас вот Виталий пошел как раз по тем местам, где здесь на этом разливе была самая большая глубина. Вот мы видим, что здесь везде левее до дамбы вплотную. Здесь, да-да, хорошо, хорошо. Мы видим здесь четко просматривается, что сейчас мель. Ну, сейчас ниже на 2,5, ниже нормального порогового уровня. И вот здесь мы под мостом видим хорошо, значит, уровень, максимальный уровень воды. Вот, и мы прямо буквально из этого же положения сейчас можем пристрелиться. Ага, хорошо. Вот, мы видим береговую линию. Вот, и Виталия. Подымай, Виталий, подымай. Подымай. Виталий, подымай! Не, он не слышит. Он не слышит. Ну, собственно, вот, давайте, вот, еще разочек. Вот он держит, как держит, так и правильно держит. Это уровень, и вот этот же уровень, через весло, которое он держит, мы видим на том же уровне. Мы видим тот берег, линию воды. Вот, собственно, этот Виталий сейчас нам и покажет в этом же положении эту глубину максимальную, которая здесь есть на этом просторе. Мы уже с 2013 года еще с Алагаевым подписали предложение, что вот эту всю территорию засыпать и устроить здесь парк. Здесь хватит места и для парка, и для стоянки автомобилей, и для мест отдыха, и для фонтанов, и для чего угодно. Вот. Это место должно быть местом отдыха горожан и гостей столицы Республики Татарстан. Вот. Вот она, наша глубина. Вот мы видим. Мы видим четко линию воды. Вот, максимальную. Но она бывает чуть выше несколько, чем здесь. И мы видим четко, что на этом же уровне сейчас держит весло наш Виталий. Этот уровень составляет не более 2 метров. Все, вопрос исчерпан. Каково ценность представляет собой вот это место, которое бывает летом водоемом и даже бывает переливает вот эту дамбу, и невозможно пройти к храму-памятнику, вот, по суху. А нужно идти по щиколотку, по колено в воде. Вот. И мы сейчас провели исследование, которое исчерпывающе показывает, что вот это вот все пространство, если смотреть с дамбы с Кировской на храм-памятник, слева от него, это обычная банальная лужа, это комарятник, это питомник для комаров, которые потом кусают наших горожан и гостей. Все, вопрос исчерпан. Виталий, давай сюда!